Ну, сегодня такой праздник, вы знаете, их даже несколько. Вот как говорят, да, Бог любит Троицу. Вот Успение, да, это очень большой праздник. Я вас хочу и с этим праздником поздравить. Начать прямо с этого, с самого главного. Пожелать вам здоровья, да, чтобы солнышко всегда светило над нами, чтобы было мирное небо над головой. Впереди у нас с вами самый замечательный праздник. Наши детишки уже приехали, и впереди 1 сентября. Я хочу им пожелать хорошей учебы, творческих успехов, спортивных побед, да? Ну, и самого главного, счастья прям такого, хорошего детского счастья, чтобы они были активны. А наша задача, как старшее поколение, да, помогать им во всем, направлять их. Ведь у нас, я смотрю, вот в аудитории сейчас сидит самое замечательное население, наши ветераны, люди, которых у вас так становится мало тех людей, которые смогут нам рассказать нашу историю, да. Мне очень хочется, чтобы все-таки вы, вот обязательно, вот идет ребеночек, ну скажите ему доброе слово, или просто, если что-то натворил, сделайте замечание, не стесняйтесь, все зависит от нас, да.